Здравствуйте. Ну что, я рад приветствовать вас на нашем курсе «Как обрести счастье». Я Света. Меня Наталья зовут. Анна. Это Ольга. Мы здесь, в безопасном пространстве. И это всего лишь игра. Ну, я поняла ваш подход. Вы моделируете жизненные ситуации. Я готова моделировать. Давайте попробуем. Ты же помнишь, почему у нас нет детей? Вопрос вот в чем, доктор. Можете ли вы учить других действовать, когда сами изменяете жене и спите с проститутками? У вас такая красивая кухня, с таким вкусом, а как будто даже не мужская, а женская. Открываться незнакомым людям гораздо проще. Может быть, мы попробуем иную технику? Советы психологов не применим в реальной жизни, к сожалению.